2000-е годы, из кинофильма «Офицеры». Наверное, одним из самых любимых фильмов наших мам и пап и нас тоже самих. Роль Ивана Варавы в этом фильме сыграл народный артист СССР Василий Ланаой. Он председатель Пинского совета проекта «Аллея российской славы». Итак, песня «Вечный огонь», музыка, музыка, слова Абрамовича. Абрамовича. А в героя были времена, не осталось порой времен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Но священная память поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним. На моих бойцов целый свет помнит их лицо. Вот застыл и батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был твой герой. И глаза молодых солдат с фотографии увядшие глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть.